Так, вот вопрос зашел об ННН и о архиерейском соборе. Многие писали, даже Сафона, дать ответ. Ответ заранее дать такой, чтобы не принимать, не погибнуть, потому что это печать Антихриста. Ответы даны давным-давно, и притом очень четкие. Это дало священноначале Московской Патриархии. Ответ гласит так. Выражая своими словами, без различия, принимаете ли, не принимаете ли, никто вас не отлучит от причастия, смотрите по обстановке. Вот и весь ответ. Это сходится полностью со мной. В Москве нет ИНН только у одного храма на Берсеневке у отца Кирилла Сахарова. Но он мне все время звонит. Принимает, не принимает, вот такая обстановка там зажимает. От меня ответ всегда один и тот же. Разницы никакой нет, но если можно, то подержитесь еще, вы даете пример. Упритесь сколько можно каждый, не принимайте. Я вел занятия только в одном университете 17 лет. Я вел занятия в 5 университетах. Батюшка говорит, не говори себе, значит, ничего и нет. Это ревность. Хорошие отношения были с ректором Истигнеевым. И он говорит, я даже не знал, что вы ведете занятия бесплатно. Это что ж такое-то? Тут никуда не годится. Он вытащил вот такую медаль, у них там годовщина была, подарил мне. И сразу подписал, сколько лет преподаете? Я говорю, 15 лет там, 15. За 15 лет поставки. Вы где-то вели занятия? Ну, я сказал, где вел. А там платили? Да я не брал. Так как же так-то? Вы же ведете занятия. Ну, я говорю, здесь у вас я вел 4 урока бизнесменам. Они провели меня по ставке профессора и плюс еще какие-то накрутки-то. И он меня на 15 лет начислил. Представьте, что там не трехзначная цифра была. Все нормально. Я пришел получать. А какой ваш ИНН? А ИНН у меня нету. Так получите. А зачем получать? То есть я мог бы подать в суд, я бы выиграл. На кого в суд? За что? Я отошел от кассы по сегодняшний день. Когда у меня каждая копейка на учете, мне начислено, но я ее, наверное, не принял. Не потому что грех, а потому что я понимаю, это испытательный полигон. Сегодня одно уступи, завтра другое. Ради чего? Ради деньги? Потерпим. Я не потерпел урона. Если бы не сидел, я бы и не знал, что надо получать. Я не вцепился в это мертвой хваткой. Вот и все. То есть, говоря об ННН, я обязательно коснусь себя. Как не говорить-то, когда... Что говори, а ты сам попробуй пожить под него. Жил и живу. А оказалось, наша община тоже присвоена. Да только делов-то. Поэтому ответ патриархийный, священноначальный, в лице патриарха и всех епископов, один. Безразлично. Так что вы знаете это. Если вы получите новый паспорт ННН, никто отлучать от церкви не будет. Даже священник, который считает так, он не имеет права отлучить, иначе его запретят. А те, которые говорят сегодня, а вот вы паспорт получаете, а сегодня это снимают биометрические данные трехмерно, я говорю, а что трехмерно? Он даже не знает. Он чужие слова говорит, грамотежки-то никакой нету. Зайдите на наш форум, и там первая строчка, первая страница о чипах. Выступает профессор Осипов Алексей Ильич. И он начинает говорить, почему вы считаете, что против? Ну, знаете, это за вами следить будут, все знают. А теперь я задаю вопрос, а что они нас не знают? Зарплату нашу знают, где живем, знают, с кем живем, знают. Они знают о нас намного больше, чем мы предполагаем. Меня когда судили, они представили данные до прабабушки. Они работают там, и думают, что Ленина 30, теперь ФСБ, КГБ, 4 этажа, и они спят, сидят. Они работают. Нам поучительно, там все время свет горит, рано и поздно свет горит. Вы там были хоть один кто-нибудь в кабинете, поднимите руку. А я был несколько раз, нарушу батюшкину заповедь, не говорите о себе. И скажу, что они работают. Вот я вам говорю сейчас это. Вы прослушали, вышли, и как будто этого и не было никогда. Крепко себе заложите в память. То, что нам дает Священное Писание, должно находить подтверждение тому, что мы говорим. А если этого нет, ты говоришь от себя, как говорится, о тете Фросе.
Ну, ты говоришь, что трехмерное там, изображение, глазное там, сетчатку и прочее, отпечатки пальцев. Ты паспорт хоть в глаза видел этот, нет? А я на этой неделе, меня уже вызывали. И я фотографировался. Обыкновенная кабинка, садишься, вот такой глазок. Чакнули, до свидания, уходишь. А теперь зайдите. По иностранному написана ваша фамилия. Я заграничный паспорт выправляю. Все данные там есть. Но при тем, как вызвать, они затребовали все документы, копии, трудовую, военную. Все у них есть, абсолютно все. И теперь там все это заложено. Они сказали, в течение месяца ждите по сайту, они по моей электронной почте, они могут вызвать уже не через месяц, а сегодня. Завтра сказать. Вот и все. Ничего там нету. А я-то готовился к этому, как утром рано звоню, мне сегодня идти. Вы думаете, какую мне рубашку взять? У меня пасхальная, красная в клеточку. Одна есть, вон, сестра Татьяна Сынгаева шила, такая стального цвета, вот как рядом сидит Оля, у нее такого цвета. Я на презентации книг был. А другие советуют вот эту вот полоску красно-синюю. Я 4 рубашки с собой в сумку взял. И там, и раскладываю рубашки, а она смеется и говорит, да разницы никакой нет. Я как был вот в этом, так и сфотографировался. Я-то думал, ну, говорить я не умею, так может они что-то там по документу посмотрят. Ничего нету. Я рубашки все затолкал обратно, я их раз в год-то и надеваю. Ничего нету. Маленьких детей по двое также фотографируют, записывают. Люди, которые считают, что это сегодня печать Антихриста, это еретики. Это еретики, самые настоящие отпадшие от церкви. Они и голоса церкви не слышат. Об этом говорит Дмитрий Смирнов. Об этом я выставил на сайте. Об этом говорит епископ Иларион. Там подряд выставил все, священноначальник. Никого не слушают. А кто-то там выступил, какой-то мальчишка выступил. Мальчишка. 17-летний. Ну, я дал ответ. Мальчишка этот очень похож на меня. Я такой же был бы, если бы Евангелие не встретил. У тебя данные какие-то есть? А вот вы теперь получили, у вас теперь печать. У меня теперь на лбу печать. Я говорю, ты уверен? Да. У вас теперь печать. Ну, то, что я выставил материал, этот... Ефрем Сирин говорит, печать на лбу для того, чтобы не мог совершить крестное знамение на правой руке. Я совершаю. И совершаю не однажды в день, а 2000 раз каждый день. А ты сколько раз без печати совершаешь? 3 раза. Так что ж на тебя беспечатный твой лоб-то не действует? Мой лоб с печатью, ты говоришь. Ну представь себе, что печать Антихриста я получил во вторник. И я оскорбился. А ты выступил не где-то, в интернете выставил материал. Я завтра утром подаю на тебя в суд оскорбление чести, достоинства, деловой репутации, потому что я не в углу сужу. Ты умрешь за стенках, если не докажешь. Тебе условия поставят. Ты докажешь. На, смотри. Я вчера помазание имел, батюшка мазал, крещу лоб отдельно, чтобы если непонятно. Докажи, где печать. Да ничего ты не докажешь. У тебя нет печати благодати Духа Святого, поэтому ты городишь всякую ерунду. Что ты не знаешь Писания, я тебе докажу прямо здесь, сейчас же. А что у меня печать есть сейчас, ты никогда не накажешь ни здесь, ни в суде, ни на суде Божьем. Нигде. Ты забыл, что печать будет ставить Антихрист. А царствует ему 3,5 года, 42 месяца. Ты считал? Считал. Да как же так, печать идет, а Антихриста нету. Антихрист, может, не родился еще. В первую очередь, весь мир должен лечь под ним. Денег никаких не будет, паспортов не будет. Все будет заключаться здесь. Это сегодня уже все понятно, разложено. Ты маленько Писание считай, посчитай толкование святых отцов. Вот Осипов Алексей Ильич об этом говорит. Самое главное толкование апокалипсиса Андрей Кесарик и Подокийский. Он толкует, печать на лбу. Это что? Это означает, я принял Антихриста как Бога, иной придет, его примет. И другого толкования нет. А видимо или невидимо, никто еще не знает по сегодняшний день. Что она означает? И правая рука это означает отсечение добрых дел. Толкование святых отцов. А ты что сам толкуешь-то? И ответ. Всякое иное толкование есть ересь. Это не мои слова. Вот ты все, теперь разберись, кто ты. А я не буду принимать. Не принимай. Но не говори, что это есть печать Антихриста. Ты совершенно невежда в Священном Писании. Ни один святой отец не сказал определенно. Говорит, сокрыто в Священном Писании, поэтому не будем говорить. Это та тема, которая закрыта. Для чего, когда он придет, его имя обозначится, теперь под 666 все увидят. Тогда только, тогда. А сегодня под 666
От нейрон подходит, именно нейрон там пошли. Все подходит. А почему тогда люди этим занимаются? Пишут в патриархию, в собор, и что так опасно. А потому что ничем не занимаются. И самое главное, благовестием не занимаются. Вот почему. А сатана ведет ложным путем. Если это печать, тогда ты уже другой печати ждать не будешь. Она ясно печать, это паспорт, когда снимает, биометрическая. Ты уже усвоил. И поэтому, когда придет настоящая печать, ты ее прямо и примешь. Почему? Потому что та-то печать прошла, а это уже не печать. И святые отцы это знали. Знали уже. Сатана занимает нишу. У тебя ничем голова не занята, сердце не занято. А ты помолись и скажи: Господи, дай мне разумение не вопреки Писанию. Дай мне смысла не вопреки канонам и святого толкования Святой Православной Церкви. И ты увидишь, как у тебя начнет проясняться маленько, туман этот развеивается. А так ничем не занимался. И вдруг паспорта. Вы знаете, у нас приезжал отец Павел Ермоленко с Камня на Оби. Он легко увлекается. Почему? Малограмотность. Люди, которые за это хватаются, они или совершенно неграмотные, или поверхностно грамотные. Не в мирском, в божественном. Я говорю: а что ты кончал? Ничего не кончал. Он едва 10 классов кончил. Паспорт нельзя. Тогда началась переписка была. Он приехал к нам по Теряевку. Переписка не должна быть. Это уже все, это антихристу душа продана. Отец Павел, на чем ты это основываешь? Ну что тут непонятно-то? Для чего они переписывают? Непонятно. Я говорю: а ты знаешь, что Христова Матерь Божья попала в переписку? Как это так? Да так. Это перепись была первое вправление к Верине Сирию. Ты Евангелие от Луки читал? Я ему открываю, он сидит, задумался. Я говорю: а ты знаешь, что их 3 переписи было? Вот для него это вообще запредельно далекое, закордонное. Я ему открываю Писание. Смотри, вот перепись была, перепись. Вот перепись еще была, он не знает этого. И что? Все, нормально. Но теперь он усыпился. Паспорта нельзя получать. Никак, это печать антихриста, там кривые какие-то завитушки, они на шестерку похожи якобы. Мы к нему заезжали нынче, я спрашиваю: а сын-то подрос, Ваня, учиться? Я говорю: Ваня, ты как паспорта? Ну никак, получил. Все кончилось. Но те-то слова ты сеял. Не просто эти батюшка рассказал о 3-то. Их кто-то учил так. А почему власть перед ними должна теперь смиряться? Она для того и власть, чтобы ей подчинялись-то. Какие-то 3 старушки, они не выходят туда, а застрадают за упрямство, за невежество. Я у одного брал такого интервью. Назар звать его. Не знаю, здесь это Березки или где он живет. Меня познакомил Володя Пенкин. Приехали, стали беседовать. Приятной наружности, старичок, белая борода. И разговорился, говорю: а сколько ты отсидел? Он, кажется, 27, что ли, лет отсидел. А за что отсидел? Я паспорт не брал. Ну, это статья легкая была. 3 года, 5 лет давали. Он вышел. Жена встретила. Ну, Назар, ну хоть одну ночь-то ночуй со мной-то. Он кое-как утерпел, ночевал. Ребенок родился через год. Но на следующий день он уже пошел, узнал, где называется Гужовка. И парни с девушками играют. Он сразу: а кто у вас тут комсорг? Ему сказали: разворачиваются и комсоргу. Ну, сбил. Ну, другие-то комсомольцы, его давай пинать опять на 5 лет. А он теперь всем говорит: но все-таки я ему врезал разок. Теперь подрастают дети, зятевья приехали, он ночью все паспорта сжег у них. Все. И если обувь была с прорезями, ну как босоножки-то, ну так ходят летом, то он все сжег, они босиком беспаспортные. Ну ясное дело, что что-то не то отец делаешь. Не то, что приобретать, а весь дом трещит. Ну не будьте подобными Назарами. Вы не понимаете, знаете, Кама Гридеш, и там был Назарий, помощник у апостола Петра, ему явилось первому видение. Вот такими Назариями будьте. Понятно?